Учебный год стартовал, это значит, что сообщество родителей муниципалитета приступает к активной работе. Главные вопросы на повестке – меры безопасности по профилактике распространению коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях округа и не только. Родители хотят понимать, когда, например, заболевает ребенок в классе, выводится ли классный в карантин. Опять-таки, если вдруг, не дай бог, заболевает учитель, выводится ли классный в карантин и выводится ли один класс или какая-то еще другая параллель, где учитель работает. Вот на самом деле такие вопросы. Дальше родители волнуют вопросы, например, в семье заболела мама или папа. Поступает ли эта информация в администрацию школы? Что происходит с ребенком? То есть ребенок ли должен уйти на карантин или нет? То есть на самом деле вот такие вот вопросы, их много. Еще одна важная тема – качество питания в школах и детских садах. До пандемии родительское сообщество было всецело задействовано для осуществления контроля. Как сейчас будет работать комиссия? Есть ли ограничения на посещение школы? Олег Дмитриев объяснил все подробно. Мы будем благодарны, если родительское сообщество вы на себя возьмете как модератор, что все-таки желательно, давайте мы все будем солидарны. Если мы идем в учреждение детское, тем более пищеблок, давайте со справочками. Теперь, чтобы родителям войти в состав комиссии по питанию, нужна будет не только медкнижка, но и справка об отсутствии ковида. Также на встрече обсудили порядок проведения всероссийской проверочной работы. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».